Всем привет, с вами канал «Правильный выбор». Сегодня на обзоре робот-мойщик окон EcoVax WinBot X. В описании под видео я оставил подборку ссылок на магазины с актуальными ценами. Чтобы следить за выходом новых роликов, подпишитесь на канал и активируйте колокольчик. После просмотра переходите в комментарии, чтобы поделиться мнением, и ставьте лайки. Конструкция корпуса, понятное программное обеспечение и отличные функции безопасности продуманы с одной целью – создать робот, который станет для вас отличным домашним помощником. WinBot X оснащен прочной толстой ручкой, а также хорошо уравновешен, поэтому его очень легко поднимать и устанавливать одной рукой. Когда WinBot X нужно что-то сообщить, он подает звуковые и световые сигналы, чтобы привлечь ваше внимание и сообщить, в чем дело. А значит, вы можете заниматься своими делами, пока он моет окна. Робот для мойки окон WinBot X имеет аккумуляторное питание, а значит не привязан к шнуру питания и может использоваться практически где угодно. После закрепления страховочного устройства с датчиком вакуума, который позволяет определить правильность установки WinBot X, ваш маленький помощник приступит к работе. Сразу после установки на окно WinBot X автоматически выбирает наилучший маршрут очистки. В WinBot X используется навигационная технология, благодаря которой он перемещается по окну либо по горизонтали, либо по вертикали. Благодаря комплексной процедуре очистки WinBot X способен мыть окна точно и быстро. В зависимости от потребностей WinBot X можно настроить на автоматический режим или на режим глубокой очистки. Режим глубокой очистки обеспечивает лучший результат за счет повторной мойки определенного участка. Благодаря продуманной системе очистки WinBot X очищает скребком и вытирает стекла в каждом направлении. Это позволяет сохранять чистящий раствор и обеспечивает более устойчивые результаты. В режиме глубокой очистки WinBot X дважды проходит каждый участок, чтобы еще лучше отмыть самые грязные стекла. Основным приоритетом при разработке WinBot X была безопасность. Он имеет несколько функций безопасности, благодаря которым вы можете спокойно пользоваться им. Присоска и страховочный трос удерживают WinBot X во время мойки окон как снаружи, так и изнутри. Пользуясь для связи с роботом радиоканалом с частотой 2,4 ГГц, эта система постоянно следит за его безопасностью. Если разрежение в присоске падает ниже минимального необходимого для крепления робота к стеклу 3,5 кПа, то он подает сигнал тревоги. При появлении риска падения робота блок страховочного троса сам притягивает робот, тем самым осуществляя активную защиту. Мощная система всасывания обеспечивает прочное соединение. Благодаря точной технологии обнаружения краев, WinBot X способен перемещаться по любым окнам. Этого датчика при прикосновении к раме или при приближении к краю безрамного окна вынуждает робот изменить курс. После полной зарядки WinBot X способен мыть окна в течение 50 минут. При зарядке аккумулятора он возвращается в начальную точку и в течение 30 минут подает сигнал тревоги. Благодаря удобному пульту дистанционного управления WinBot X можно управлять с любого места. Нажимая кнопки, можно запускать, останавливать или изменять направление движения робота в зависимости от своих потребностей. WinBot X знает, когда мойка закончена, и возвращается точно в то место, с которого начинал работу. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Аккумулятора хватает на 30 минут. Если салфетка намокает, робот не тянет. Теперь перейдем к положительным. Прекрасно держится на стекле. Экономит время. Простота сборки. Беспроводной. Мягкий бампер. Достаточно просто и удобно. Отсутствие вибрации. Очищает окно до прозрачного состояния. Надеюсь, вы провели время с пользой. Расскажите о своих впечатлениях в комментариях и не забудьте поставить лайк. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».